Астера, это самая большая площадка автомобилей с пробегом. Небольшой краткий обзор, что здесь представлено и почем. Ну, перед началом обязательно подпишитесь, поставьте лайк, ну и напишите комментарий, какая машина больше всего понравилась именно вам. Ну и что конкретно поснимать, какие машины более подробно вы бы хотели видеть на канале. Что ж, погнали. Audi 9 миллионов 590 тысяч 2006 года, Lexus RX, это у нас 330 RX за 8 миллионов 300 тысяч 2003 год. Land Rover 7 миллионов 400 тысяч 2008 год. Volkswagen Touareg 7 миллионов 990 тысяч 2007 год. И крайне популярные у нас автомобили Toyota, еще и Land Cruiser, еще и Prado 8 миллионов 390 тысяч 2004 год. Трехлитровый дизель. Интересная машина, европейская, скорее всего. В зеленом цвете 5-го года, тоже дизель, за 7 миллионов 990 тысяч трехлитровый. Дальше у нас за 8 миллионов 990 тысяч 2003 года, тоже дизель. Хотя дизели не настолько распространены, как правило. Вот у нас уже 2,7 бензином 2006 года за 10 миллионов 590 тысяч. Это как раз она самые такие распространенные с таким вот двигателем. А вот это самый такой, наверное, оптимальный вариант двигателя 4-литрового, 2007 год, 12 миллионов 990 тысяч. Ну и уже новый Prado, 12 год, 16 миллионов 720 тысяч, двигатель 2,7, 14 миллионов 490 тысяч, 2,7, бензин в серебристом цвете, 16 миллионов 800, 12 год, и тоже бензинка 2,7. Kia, кажется, Mahava, да, Mahava, 11 год, 11 миллионов 440 тысяч. Интересно, большая машина, ну, тоже не очень распространена. Highlander, вот классная машина. 13 миллионов 790 тысяч, 12 год. И объем здесь 3,5. Полноприводная такая, интересная, большая семейная машина. Hyundai Creta за 10 миллионов 250 тысяч, 18 год. Tucson, один из первых поколений, ну, в общем, 12 год, 9 миллионов 320 тысяч. Такой вот Tucson за 9930, 13 год. И это 13 года 9 миллионов 660 тысяч. Так, и сейчас пойдем по другой стороне. Значит, стоянка огромная, частей будет много. Так что обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить. Этот у нас Nissan стоит 9 миллионов 790 тысяч. Но это новая машина, 21 год. И ближайший тоже, скорее всего. 19 год 9 миллионов 860 тысяч. 8 миллионов 990 тысяч, 19 год. 18 год, 8 миллионов 790. Duster в зеленом цвете, 19 год, 9 миллионов 490. В белом цвете, 16 года, за 6 миллионов 840. 6 миллионов 990, 15 год. 19 год, 8 миллионов 990, 9 миллионов 450, 20 года. Реношки, еще реношки, прикольные машинки. 19 год, 9 миллионов 620 тысяч. 19 год. 18 год, 7 миллионов 720. Stepway Sandero, это 8 миллионов 200. 7 миллионов 290, 18 год. 8 миллионов 300, 20 год. Еще один Рено. 19 год, 6 миллионов 590. 8 миллионов 600, Каптюр, до рестайлинговый, Субарик XV, 11 миллионов 390, 17 год, и две Шкоды, 6 миллионов 450, 14 год, и также 14 год, 6 миллионов 990 тысяч. И чуть ниже у нас идут Ниссаны, вот такой вот интересный, яркий, желтый цвет автомобиля, 7 миллионов 740 тысяч, 15 год. Этот у нас 7 миллионов 200 12 года. И тут у нас Nissan идут. Сзади BMW газуют. 12 год. 5 миллионов 590 джук. 6 миллионов 990. Шкода. 14 год. 7, 6 миллионов 720. Чуть коцанный джук. 6 миллионов 690. Субару. 6 миллионов 790. 8 год. Хайлендер. Тоже интересно. Хорошая машина. Второй год на автомате, 2,4, 2002 год, двигатель у него как у Камри идет, хорошая большая машина. Opel
крайне редкий. 5 миллионов 490 тысяч, 2008 год. CR-V-шка 2008 года, 7 миллионов 350 тысяч. Венза, тоже большой японский автомобиль в красном цвете. 9 миллионов 450 тысяч, 2.7, 2009 год. CR-V-шка за 9 миллионов. Ну, здесь, видимо, тоже стояли Хонды, но они все распроданы. Тут у нас 4 Ниссанчика. Белый Ниссан стоит 9 миллионов 950 тысяч, 2018 год. Этот у нас стоит автомобиль 5 миллионов 800, 7 год. 7 год, 5 990, Кашкай 13 года, 7 миллионов 850 тысяч. Так. А здесь внедорожники. Mitsubishi Pajero 5 миллионов 990, 7 год, левый руль. И вот эти тоже хорошие внедорожники. Одно время их много привозили. Prado с правым рулем. 8 год. 98 дизель. 5 миллионов 990 тысяч. 4 миллиона 990 тысяч. 97 год. И еще один Prado за 4 миллиона 570 96 года. Тоже дизель. SsangYong Kairon 13 год. 6 миллионов 300. Производились у нас официально. Вот этот у нас тоже производился. Намат 13 года, 5 миллионов 990. Ну, что-то он тоже не особо пошел. Nissan Patrol 7 миллионов 490 тысяч, 7 год. Еще один Prado 5 миллионов 900 97 года. Lexus LX 470, 99 год, 6 миллионов 300 тысяч. Mitsubishi Pajero 7 год, 7 миллионов 390. Ух, смотрите, какой нарядный, яркий, красивый Поршик. 6 миллионов 990 тысяч, 2008 год. И объем у него 4,8, пробег 240 тысяч. Блин, мощная машинка, яркая. Этот Порш 6,5 миллионов 2007 года. Этот у нас на днеме, еще на верхнем режиме. Прям такой задранный. 6 миллионов 790 2007 год. У этого что-то... Как-то совсем мудро, морда задрана. Пятый год, 5,5 миллионов. Ну, самый доступный Porsche, 3 900 000, четвертый год. 3 700 000, пятый год. BMW X5, 4 590 000. В общем, вот такая вот стоянка. Продолжение в следующей части. Обязательно подписывайтесь.